Дорогие девушки, женщины, от себя лично и от лица 3-го пожарно-спасательного отряда по охране города Ангарска поздравляю вас с наступающим праздником. Пусть этот теплый весенний день принесет много улыбок и счастья, а комплименты льются рекой. Хочется, конечно, вас поздравить с вашим истинным Международным женским днем. Хочется вам пожелать много-много всего доброго. Хочется вам пожелать терпения в этом нелегком труде, который на вас налагается. И также вам будьте любимыми. И будьте любимы. Здоровья вам, сибирского. Счастья, благополучия. От лица действующих сотрудников Ангарского управления МВД поздравляем всех женщин, сотрудниц, ветеранов службы, тружеников тыла времен Великой Отечественной войны с замечательным праздником Международным днем 8 марта. Желаем всем женщинам ярких впечатлений от жизни, веселого взгляда, множество цветов не только в праздник, каждый день, счастья, благополучия и любви. Милые женщины, от всей души поздравляю вас с праздником 8 марта. Пусть этой весной сбудутся все ваши желания и мечты. Пусть вас окружают только добрые и позитивные люди, а родные и близкие дарят вам заботу и поддержку. Счастья, удачи и любви. А от себя лично желаю только сладкой жизни. Дорогие наши женщины, поздравляю вас с Международным женским днем. И что хотите в этот день, то и творите. А что хотите, то и вытворяйте. Вдохновение. Хоть и говорят, что телевидение беспристрастно, но когда едешь на съемку и знаешь, что там герой-девушка, 100 раз приятнее снимать с праздником.